Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 9 SE установить Fortnite. Заходим в Chrome, либо в любой другой браузер. Далее пишем Fortnite Android. После чего нажимаем Fortnite для Android. Загружаем приложение Epic Games. Разрешаем. Так, нет. После чего открываем APK. Разрешаем установку из внешних источников. Устанавливаем. Открываем, разрешаем еще раз. Боже, сколько уведомлений, я не хочу этого всего видеть. Открываем Epic Games Launcher. Нажимаем на Fortnite, нажимаем установить. Снова нажимаем настройки, снова разрешаем установку. И снова ждем 5 секунд. Такой у нас заботливый Xiaomi, постоянно нас предупреждает. Так, стоп, нет, мы уже установили, нам осталось только Ладно, давайте еще раз установим, раз у нас не получилось. Нажмем установить. После чего открываем. После того, как Fortnite установился, он предлагает нам выбрать да или нет. Да, если у нас есть учетная запись, нет, если ее нет. Я нажимаю да, потому что она у меня есть. Далее нас перебрасывает на страничку выбора, через что залогиниться. Можем, кстати, даже через ВКонтакте, я не знал. Я выберу через Google. Давайте сделаем как-то поярче, это темная тема. Очень темная. Так, нечаянно я вышел. Вернемся в Fortnite, нажимаем «Да». Найти мою учетную запись. Отмена. Войти с помощью Google. Вводим наш адрес электронной почты, нажимаем «Далее». Вводим наш пароль. Давайте это пропустим. После чего все готово к игре Fortnite. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!